Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 15 мая в Анапе ожидается переменная облачность. Днем, возможно, дожди. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов, ночью прохладнее, 14 выше 0. Ветер северный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов.